касается вопросов, будем так говорить, у меня они мне в ходе изучения документации строительной меня немножко настораживают. Я помню, первый штаб проводил, второй штаб, значит, третий штаб Мачехин проводил, но сейчас снова я, да. Но в ходе изучения есть у нас проект, по проекту мне отрапортовали все, что 16-17 мы дома должны октября ввести в эксплуатацию. Но вместе с тем, мне по первому дому я попрошу прояснять сразу, что есть вопросы, касаются реальной обстановки. Поэтому возможно отставание, я так называю, возможно отставание, на которое обращаю внимание, по первому дому. Устройство кирпичной кладки стен наружных и внутренних. 28. Протокол записан. 28 августа. Ну хорошо, второе, это одно и то же. Ну, в смысле, работает по видам. Какой докладываете? Хорошо. 28 августа. 5 этажей будет с перегородками. Помечаем. Ну, хорошо. Устройство монолитных перекрытий толщиной 200 мм. То же самое, это без одного без другого. Тоже на 28 августа. Да, да, да. Устройство кровли. Устройство кровли уже после 28-го, я думаю, там в течение 20 дней еще. Ну, грубо, я ж понимаю, месяц точно. Что тогда срок стоял? 28-го закончено все сентября. Так? Да. Все, кровля уже должна готова. Вы видите, вы тоже начинаете сомневаться, поэтому в протокол. Установка блоков из ПВХ, оконных и балконов. Да, следующей неделе мы начинаем уже. Помечательно. На следующей неделе заканчиваем. Параллельно. Нет, параллельно. Когда закончите? Поэтажно как пойдет, так и мы сразу. То есть я понимаю, вот, слышите, да? С учетом кровли, 28 сентября, то есть до какого числа? Кладку закончим 25-го, наверное, уже все закончится. Сентября. Да. Августа. Помечаем. Устройство перегородок кирпичных с армированием толщиной 120 мм. Первый этаж у нас уже готов. Итак, параллельно. До четвертого этажа. До четвертого этажа до 11 августа. Помечаем. Устройство лестниц 1-5 этажа. Приступили уже сегодня к устройству лестницы. Так тоже параллельно идем. Срок ставим окончательный. 28 августа. Прокладка трубопровода внутренней системы ГВС. До 15-го. Так, сейчас скажу точно. До 20 сентября. До 15 сентября. До 15 сентября. Монтаж внутренней системы электроснабжения в осях АД-5-9. Параллельно идем сейчас сразу. Уже начинаем штробить. С понедельника уже. Срок когда стоит? По окончанию то же самое, по окончанию кладки. 28 августа. Хорошо. Прокладка трубопровода внутренней системы канализации чугунных труб в подвале. Да, закончили. Помечаем. Прокладка трубопровода внутренней системы отопления и стальных труб. Все будет идти параллельно, соответственно. Электрика, сантехника, штукатурка, окна. Это конец августа. Все. 28 августа ставим. Хорошо. Так, значит, тогда по вашему дому. Устройство кирпичной кладки стен наружных и внутренних. 28-го стоит? Устройство монолитных перекрытий. Оштукатуривание стен с 1 по 5 этаж. Переходим в сентябрь. Хорошо, 2 сентября. Устройство кровли. Окончание работ по кровле 10 сентября.
10. 10 сентября, прошу. Установка блоков из ПВХ оконных балконов. Хорошо. Устройство перегородок кирпичных с армированной толщиной 120. 28. Устройство лестниц с 1 по 5 этаж. Прокладка трубопровод внутренней системы ГВС. Хорошо. Монтаж внутренней системы электроснабжения в осях АД-59. Прокладка трубопровода внутренней системы канализации чугунных труб в подвале. августа. Прокладка трубопровода внутренней системы отопления и стальных труб. Значит, протокол записали? Так, тоже аккуратничаю, говорю, что у меня сроки, конечно, еще немножко сжатые были. Я с учетом того, что перечислил, вот это, ну, вызывает у меня такие опасения. В соответствии с контрактом, чтобы мы выполнили работы и сдали дома, да, в эксплуатацию 15-17 октября, вот на эти пункты необходимо обратить внимание. Поэтому УПСу ставлю задачу о том, что на ежедневный контроль эти позиции, кое-какие работы можно делать параллельные, добавляйте людей на рабочие объекты, и тогда у нас должно все получиться. Как видите, вникаем, смотрим, поэтому попрошу на эти вещи особо обратить внимание.